Деньги ни во что, как бы развивая эзотерическую школу Кайлас. Именно поэтому мне сегодня необходима ваша помощь. Когда вы смотрите видео, не забывайте комментировать, не забывайте оставлять сообщения, не забывайте подписываться и не забывайте ставить звоночек. Дело в том, что все это в дальнейшем индексирует этот канал, и в дальнейшем та информация, которая необходима людям, она будет в дальнейшем распространяться с более яркой силой, и огромное количество людей, которые нуждаются в данной информации, которые готовы изменить свою жизнь, они все-таки прикоснутся к моим идеям философии и в дальнейшем смогут изменить свою судьбу в лучшую сторону. Ведь кто им должен помогать, если не мы? На сегодняшний день мир так устроен, что никто никому помогать не хочет. Все живут по принципу выживания, то есть правительство выживает, люди выживают и так далее. И все считают, что вокруг все должны так жить, выживать, обижать, критиковать, топить, мучить и так далее, забирать. Но это не так. Но это не так. Мы в силах все вместе изменить это все. И мы можем это изменить путем пропагандирования нашей эзотерической школы, с нашей уникальной философией, с нашими уникальными вот такими системами преподавания и уникальными системами изменения человека, которые помогают человеку и дают ему возможности, используя методы, используя вот такие рычаги, используя инструменты, которые преподаются в школе, изменять не только внутренний мир, изменять свое здоровье, улучшая его в лучшую сторону, изменять внешний мир, изменять события внешнего мира, изменять события в семье, улучшая свою жизнь во всех направлениях. Конечно же, на первое место я ставлю все-таки идеи радости, идеи высокой духовности, идеи милосердия, человеколюбия, идеи помощи, взаимопомощи, энергетической помощи. Ставлю этические нормы или ставлю этические установки как бы на первое место. Это любовь к детям, любовь к своим родным, любовь к своим мамам, папам, к дедушкам, забота о старшем поколении, потому что они, скорее всего, никому в дальнейшем не нужны будут, кроме нас. Ну и это все, оно должно не забываться. Об этом всем должен кто-то говорить, потому что если будет развиваться только мангерштеризм, если будет развиваться только киркоризм, если будет развиваться только галкализм, знаете, или там соловьизм и так далее, то мы далеко не уедем, знаете. Нельзя сделать из людей всех моргенштернами, которые будут хотеть только трусить своими голыми органами, спать с девушками. А как же семья? Ведь семья — это вечная. Можно каждый день получать удовольствие от семьи, можно каждый день получать радость от жизни, а нам пытаются предложить микрорадости: алкоголь, микрорадости, наркотики, микрорадости потрусить там или там с кем-то переспать, микрорадости купить какой-нибудь предмет, которого нет ни у кого и так далее. Мы же говорим о том, что все это уже существует. Существует наша жизнь, и если нацелиться в этой жизни на радость, если научить себя эту радость видеть, чувствовать, если обучать себе этой радости, то эта радость, она затмевает все остальные микрорадости. А ведь великий предиктор, который управляет всеми мирами, который управляет, вернее, тем миром, в котором живут люди, проживая на этой земле, они-то знают, что самая важная радость — это радость человеческого рождения и человеческой жизни. Но они это запрещают развивать, говоря о том или намекая на то, что есть микрорадости. Нужно быть теми, кто там выступает на публике. Радость можно получать только если у тебя трехкомнатная квартира. Ты можешь радоваться только в случае, если ты там замужем, не замужем, в Гуччи или не в Гуччи, золотом, не золотом, на машине или без машины и так далее. И нам подменяют, давая нам вот эти радости, их же нам и продавая. То есть человек говорит: мне достаточно было магнитофона такого. Ему говорят: нет, более радостнее будет с таким магнитофоном. И он покупает более радостный. И мы обычно на протяжении жизни своей, каждый человек, который живет на земле, на протяжении жизни у него постоянно возникает такое понимание, как будто он что-то ищет, как будто он к чему-то стремится, но получая то, что он хочет, у него не происходит удовлетворения.
То есть это выглядит так: вот будет у меня шуба, я буду счастливой. Купила шубу, все равно несчастлива. Будет у меня муж, буду счастливой. Появился муж, несчастлив. Будет трехкомнатная квартира, буду счастлива. Появилась несчастлива. Почему? Потому что невозможно быть счастливым человеком от чего-то. Можно быть счастливым человеком просто так. И вот это счастье, и вот эта радость просто от того, что мы живем, является тем, что мы всю жизнь ищем и не находим. Вот. Ну что, на этом наши занятия закончены. До свидания. Намасте. Всем здоровья, прекрасных выходных. До свидания.